Всем привет! Сегодня с вами приготовим печенье с вишней. В миску вбиваем яйца. Добавляем сахар и размягченное сливочное масло. Добавляем сметану и ванилин. Перемешиваем миксером. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Ставим тесто в холодильник примерно на 20 минут. Затем делим тесто на две части. Присыпаем стол мукой, раскатываем тонко первую часть теста, придавая тесту прямоугольную форму. На край посыпаем сахар. Выкладываем вишню. Сверху посыпаем крахмалом. Сворачиваем тесто в рулет. Затем разрезаем тесто на кусочки длиной примерно 3-4 см. Выкладываем печенье на противень с пергаментной бумагой. Выпекаем в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут до готовности. Когда печенье готово, посыпаем сахарной пудрой. Наше печенье с вишней готово, оно получается вкусное, готовится быстро и просто. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!